Внимание, новости. Для меня в последнее время строился уровень от Markster GD. Этот человек написал мне в комментарии под одним из моих шортсов и говорит, что будет строить для меня уровень. Впоследствии я ему скинул свой телеграм, и мы уже продолжили общение там. И уровень, который получился, мы будем оценивать сегодня. Всех приветствую, с вами я, Геймплей. Собственно, вот этот уровень. For Gameplay Markster GD. Сейчас на экране вы видите переписку с этим подписчиком. Можете почитать, если вам интересно. В уровне имеется Secret Way, он незаконченный, но сейчас будем его оценивать. Уровень строился специально для меня, но, собственно, я это уже все сказал. Переходим, собственно, к игре. Так, мы начнем с практики. Музыка из Black Blizzard. Secret Way. Вот такой вот, такая вот радуга. Сразу скажу, что фон на самом деле такой себе. Нужно было как-то это переливание сделать получше, либо добавить какой-то глоу, чтобы был более плавный переход. А, например, к структурам пока претензий особо нет. Пустоватый, но, в принципе, там нечего особо добавлять. Еще и геймплей странный. Я что-то пока не понимаю, как это проходить. Еще невидимые порталы. Не надо делать невидимые порталы. Не надо, особенно если это портал уменьшения размера или переворота. Это очень плохо. А, так там еще... Вот где там дешорб, скажите мне, пожалуйста? Я лично там не вижу никакого дешарба. Вот это тоже явный минус. Ну, вообще, сам вот этот такой декор в стиле какого-то RGB выглядит достаточно прикольно и необычно. Вот здесь невидимый портал куба вообще не прикольненько. Это мемори, ну ладно. Еще переворот. Как бы видно, что в декор вкладывались, то что было вложено много стараний, но, блин, геймплей, конечно, неприятный, очень неприятный. Хотел сделать сложно, получилось консервно и непонятно. Я сам не очень умею строить геймплей, но все-таки свое какое-никакое мнение сказать могу. Вот, например, что вот это за надпись? Можно я его скопирую? Спасибо. тысяч объектов. Вот это и есть, собственно, вот эти триггеры, это переливание фона. Что я скажу? Я хотел обратить внимание на так называемый эндскрин. Где он тут? А, вот он. Вот эти вот резкие очень переходы. Они очень неприятны глазу. Их на... Если уж ты сел строить в таком стиле, то нужно было подучиться делать такие вот эффекты переливания. Потому что вот эти вот резкие границы, это выглядит очень противно глазу.
Скажу в общем по уровню. Мне он понравился, но геймплей, который хотели сделать сложным, он получился кансерным и непонятным. Поэтому, конечно, перестраивать геймплей уже поздно, но хотя бы на следующий. И вот, например, вот этот вот memory part, он очень однообразный. Вот даже давайте оценим каждый парт. Над фоном ты постарался, чел, молодец. Первый парт кораблика. Исправить некоторые моменты, и неплохо. Волна. К волне нет претензий. Вот этот memory часть. Хотелось бы ее сделать поразнообразней, а так хорошо. Вот эта волна тоже неплохая, кораблик тоже неплохой. Но опять-таки геймплей довольно-таки однообразный. И хотелось бы, чтобы геймплей более хорошо синковался с музыкой. И советую более разнообразить режимы, а то тут один корабль да волна. Ну и один куб был. Ну это, конечно, лично мое мнение, но если уж уровень строится для меня, я думаю, я могу высказывать его. Ну и я думаю, это все. Это только 30 секунд. Я, конечно же, поставлю лайк. Желаю автору закончить этот уровень, учесть все мои, так сказать, замечания, и в итоге должен получиться хороший уровень. Насчет рейта не знаю. Ну и значит, больше мне особо нечего сказать. С вами был я, Геймплей. Увидимся!